Сегодня у меня вновь эксперименты чистоты. Взял я в аренду вот такой моющий пылесос Керхер. Стоит он очень дорого, а в аренду получается не очень дорого. Могу в описании написать, сколько, что и как. Вот, и сейчас буду чистить вот такой детский ковер. Детский ковер из Икеи. Стоит он в детской комнате, наверное, уже лет 6. Я думаю, все эти 6 лет он становится все хуже, хуже, хуже. Мы его периодически чистить пытаемся. Я его даже один раз на снегу чистил. Летом мыл, но толку от этого мало. В общем, сегодня посмотрим, на что способна техника Керхер. Погнали. Открываем вот эту емкость. Здесь есть ведро для грязной воды. Здесь сюда накапливается грязная вода, и отсюда потом ее выливать. Но это же ведро можно использовать как ведро для смешивания раствора. Сейчас наполняем сюда воды. Вот здесь есть отметка максимум, не доходя 3 сантиметра до максимума. Набрал я воды. Вот, но здесь воды быть не должно, я вам сразу говорю. В комплекте дается такая баночка для анализов. Это химия Керхер, 80 грамм. 80 грамм это на один раз. Мы ее засыпаем в ведро. Дальше, теперь важный момент, друзья. Содержимое ведра мы переливаем вот в эту емкость под ручкой. Оттуда ее будет брать аппарат, прогонять через систему, чистить. И дальше грязная вода будет возвращаться в ведро. Важный момент, в инструкции отдельно написано, здесь есть кнопки, заливать воду по другую сторону кнопок нужно. Так, возвращаем ведро на место, закрываем отсек, вот, и дальше у нас есть две кнопки управления. Первая кнопка, вот это химия, это нанесение раствора, и вот эта кнопка, это удаление. Так, прошло 10 минут, и будем убирать. Итак, друзья, после двух чисток ковер уже выглядит неплохо. Я бы сказал, отлично, по сравнению с тем, что было. Сейчас осталось удалить остатки химии. Что мы будем делать? В это самое ведро мы наливаем чистой воды и заливаем наш резервуар. Соответственно, до этого у нас было циклы нанести химию, убрать химию. А сейчас мы будем одновременно нажимать две кнопки. Он сразу будет и наносить воду, и всасывать воду. Ну и, собственно, останется только подождать, когда ковер высохнет. Погнали. Ну что, друзья, вот такого результата мне удалось добиться при помощи арендованного пылесоса Керхер. Я доволен при том условии, что ковер мы вообще собирались выбрасывать и покупать новый. Но теперь, я думаю, он еще нам какое-то время послужит. Даже очень неплохо, есть какие-то совсем въевшиеся пятна, но ради эксперимента я сегодня не пользовался щеткой, только моющий пылесос. Соответственно, если нужно добиться лучшего результата, кое-где придется и потереть. Прикольная штука, на самом деле, покупать дорого, в аренду не очень дорого. Вот так вот берешь в аренду раз в полгода, промываешь всю квартиру, отдаешь обратно, и нет тебе никакой головной боли, главное, он место тоже не занимает.